Привет, друзья! Прежде чем смотреть дальше скучное длинное видео про переделку этого триммера, триммер называется Hütter GET18 2LI. Покупал я его ровно год назад. В общем, хочу поделиться своими эмоциями. Эмоции просто зашкаливают. Вы просто не представляете, на что способен этот триммер, если его подключить к емкому аккумулятору. Это просто, просто охренеть. Значит, вот как это все колхоз выглядит. Сам аккумулятор Makita чуть-чуть вот люфтит. Чуть-чуть. Все подогнано настолько классно, вот это вот переходничок обтекаемой формы такой. Ну, китайцы просто молодцы, конечно. И это я сейчас работал на копии Makita, это даже не оригинал. Ну, триммер, ну, он просто рвет, вы понимаете. Леску практически она и не рвалась в работе, потому что, видимо, обороты больше. Просто супер. Я проработал вот, наверное, ну, минут 30, это точно, по субъективным ощущениям. Вот та демо-версия, которая здесь идет, пишут 2 ампер-часа, на самом деле там 1,5 ампер-часа. Это просто продемонстрировать возможности этого триммера. Но если его оборудовать вот таким аккумулятором, более емким, ваш триммер заиграет, ну просто вы поймете, на что он способен. Все, я попробовал, здесь ничего не греется, вот по квадратуре я угадал. Кстати, здесь в штанге внутри стоит провод, ну, двухжильный, как вот обычные. И на мой взгляд, по толщине он меньше, чем 1,5 квадрата. Ну, либо приравнивается к 1,5 квадратам. То есть, ну, у меня, опять же, нет токовых клещей. Все это проверить. Есть у меня подозрение, что идут потери. Здесь где-то 1,20 м от двигателя до аккумулятора. И вот здесь вот он выходит, дальше там через кнопку, через вот эту, все это размыкается, по-моему, или минус, или плюс размыкается кнопкой. Вот, то есть если еще и провод здесь поменять, ну это как, в общем, не важно. Мои догадки, что если провод потолще поставить, он еще мощнее будет работать. Вот салаты просто рвет, вот эти все дикие, вот это все я покосил. Вот это все разлетается просто в хлам. Вот эти все. Раньше на том аккумуляторе он так себя не вел, потому что как бы все от тока зависит. Здесь получается 5 банок и еще 5 банок. И они друг друга как бы усиливают. То есть токоотдача выше. И очень круто. То есть он гораздо увереннее. Не думаешь, как раньше, что вот он сейчас, батарейка сядет и заглохнет. В общем, я в том году, ну, его купил. Вот снял видео, кто смотрел. Где-то сначала я по 5 минут косил им, а потом стал уже, ну, не 3 подхода делать, а 2. Ну, уже ничего я там часами не засекал. Просто вот минут 5-6 поработаю. И второй раз, и пш, приехали, разрядился за 10-12 минут, в зависимости от какая трава. И то и дело бегал, заряжал туда-сюда, туда-сюда. Трава растет быстрее, чем я ее успеваю косить. То есть я сейчас, уже не думая, этот я покупал за 2000 аккумулятор. И вот, ну, просто... Понимая теперь возможности этого триммера, я сразу же себе закажу еще такой же на 6 ампер часов. И уже можно работать без остановки.
Один вытащил, другой поставил. Коси не хочу. У меня оригинальная зарядка 2,6 ампер макитовская. Она очень быстро заряжает. Вот этот аккумулятор, ну, практически там за час он зарядил. Хотя, как бы здесь шестерка. В общем, я очень доволен, очень круто. На самом деле я интуитивно, наверное, ну, где-то понимал, что я его переделаю со временем. И вот все срослось. Долго особо... Ну, я, конечно, решился. Думал сначала старый вот это вот ресурс его, как бы подольше выработать. И буквально вчера думаю, а что я буду ждать? Сколько он будет вырабатываться? И даже если я в тот корпус там припаяю новые элементы, тот хороший аккумулятор, я ничего плохого не могу сказать, просто он малоемкий. У него и температурный датчик, и срабатывание защиты по перегрузке, все. Но в тот корпус не впихнуть больше, чем 3 ампер-часа. То есть два ряда банок, идут вот такие толстые корпуса. И, соответственно, тем корпусом, тем аккумулятором, как бы его возможности этого триммера упираются в тот штатный аккумулятор. И как бы вот. А здесь мы даем ему перспективу, как бы в гору. То есть и развитие даем этой технике вперед. Когда снабжаем ее, и вы сразу почувствуете возможности. Как, ну, я не рекламирую ничего, я его уже купил, но просто как бы и уверенность моя сразу поднялась после такой переделки. То есть то ли я там по чуть-чуть косил, то ли ну, могу сдерживать эту траву, которая растет очень быстро. В общем... Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Я просто восхищен. Это просто круть. Сейчас вот одной рукой. Он даже звучит по-другому, ребята. Он просто гудит громче. Ток, видимо, на этих аккумуляторах, ток побольше, чем на тех. Учитывая, что... Ну, я... Не сильно разбираюсь, щеточный здесь двигатель. Мне кажется, что на такую технику ставят бесщеточный двигатель. То есть, то, что я снимал, там я даю остыть, это больше не для двигателя, а почитайте инструкцию, кто там, хейтеры, смеялись надо мной. Это больше для аккумулятора. Аккумулятор греется. То есть, двигатель, мне кажется... Ему по барабану. Можно работать. Ну, если не сильная жара на улице, по прохладе. Только в мокрую погоду аккумуляторным триммером нельзя косить. Вот. А аккумулятор, ну, ему нужно давать тоже роздых. Ну, в пределах, конечно, разумного. Вот. Так что классно. Обязательно, если у вас уже есть триммер, не поленитесь, найдите человека с паяльником, пусть вам припаяют или просто обкусят этот клеммник, вытащат, он там как бы... Назад вы не вернетесь к оригинальным аккумуляторам, если такое сделаете. То есть в том клеммнике, но он как распорка больше служит для вот этого корпуса. Вот, можно в нем дырки засверлить, провода туда внутрь вывести и там... Ну, или разъемчик такой же, там, ваговский. Если он тут справляется, почему он там, если места хватит для него, он и там справится. Или любые автомобильные вот эти лопата, разъемы. Ну, под обжимку, если у вас есть опрессовщик или умеете. В общем, все. Дальше будет видео про саму переделку. Наверное, нет смысла сюда его лепить. Отдельным видео выложу. Всем пока, всем удачи.